Всем доброго времени суток, ребят. Вот такой видосик. Вот Жорик. Вот сейчас его мордашку видно. Вечер. Зашел покормить рыбасика. Вот, сейчас покажу еще такую вот новость. Сегодня днем здесь ходил, лазил. Вот, ну а потом смотрю, рак вроде бы не шевелится. Потом присмотрелся, вот клещи его лежат. Там он кусок панциря. Сейчас попробую вот отсюда показать. Где здесь? Вот кусок панциря, хитин и клешни. Ну, пересчитал всех раков, все на месте. Вот. Все на месте, полинял рак. И вот, ребята, я заметил, я когда периодически перестаю давать овсянку, да, овсянку, раки перестают линять. Я вот вчера дал овсяночку, вот видите, он даже вот на дубовых листочках, вот здесь она не потонула, вот здесь вот она осталась. И раки, сегодня рак полинял, то есть овсяночку нужно давать, тогда раки нормально себя чувствуют. Да, вот хитин, хитином, здесь креветку я им даю сушеную, гамару сыплю. Ну, овсянку, крупы тоже надо давать. Горох нужно давать, ну, на данный момент мороженый горох свежий. Ну, горох они так не особо едят, я смотрю, но овсянку они любят. Вот, флоридец вылез, самец. Вот, сейчас вот тоже им овсяночки сюда сыплю. Вот, любят они овсянку вообще что-то, ну, не знаю, нравится им овсяночка. Вот. Тоже сыплю им сюда аллергранулы. Потом этот корм сейчас покажу. Вот, ребят, не знаю, как он называется. Вот, это для цихлит или для, ну да, для сомиков, да, такой гранулят. Вот тоже, в принципе, они кушают его так довольно, скажем так, хорошо. Вот, я цихлид у меня сейчас нету, ну, кроме перлокохромиса. Ну, вот даю, подбрасываю раком, тоже кушают они его хорошо. Так, ну, здесь все чудненько, ладненько. Вот, так, ну, в банках везде вроде бы все так нормально, все по-старому. Вот, этих скалярок, вот у меня вон муравьи по стенам, там бегают, да. Вот, там везде бегают. Я ловил этих муравьев, вот. Еще немножко у нас остались. Там вот они что-то не додавили их, да? Вот. Плавают, ползают. В общем, скалярка сегодня так нормально покушала муравьев. Вот. Именно этот аквариум я кормлю муравьями. Вот. Именно вот эту большую банку, да, я кормлю муравьями. Ну, такой чистый эксперимент. Вот. Ну, а этих я кормлю аллером. Аллер нулевочку, вот уже ждут проглоты, когда мы их покормим. Вот смотрите, вот за рукой, да, бегают. Вот сейчас руку сюда отвел, вот смотрите. Та-дам! И он сейчас налетят. Хотя вот видите, они привыкли, что я их в том углу кормлю. И все они в том углу собираются. Вот, слава богу, скалярка эта не рестилась. Слава богу, сейчас объясню почему, потому что, ребят, не успеваю я, скажем так, все делать и уборкой заниматься, и здесь наводить порядок. Немножко, конечно, сложно это все мне, скажем так, делать. Так, этих скалярок я кормлю троечкой. Гранулят, троечка, ну, пусть кушают. Вот. Мелких барбусят, вот, кормлю иногда декапсулированной артемией и уже конкретно начал кормить нулевкой, аллером. Вот, в принципе, кушают нормально. Вот, такие вот карапузики. Вот уже точечки видно на хвостиках. Ну, все у них хорошо. Ну, такое коротенькое видео, ребят, на сегодня. Вот. Этих тоже он барбусят я покормил. Ну, что-то вот этот рак, что-то он, ну, в принципе, он недавно линял. Ну, я думаю, пора бы ему еще не линять сейчас. Единственное, что
Вот я начал переживать вот за этого флоридца, он что-то как-то сегодня целый день не шевелился. Сидел тут что-то втыкал. Вот, ну я сразу подумал, что что-то с водой не так. Померил нитраты, нитриты, все. Водичка вся в порядке, никаких, скажем так, отклонений от водички нету. Вот, ну посмотрю еще завтра, что будет. Возможно, сделаю подмену, возможно, сделаю добивку. Ну вот смотрите, вот дубовый листик, да? И рак он кушает дубовый листик. Там он свежие дубовые листики я подбросил. То есть дубовые листья бросать, ребятки, нужно, они их кушают. Не просто так, скажем так, чтобы там бактерии какие-то там убивать, типа как дезинфекции. А именно они его кушают. Видите? Вот такие вот новости, ребята, на сегодня. На этом все. Всем спасибо. И до завтра.